В середине года в Москве будет запущен первый беспилотный трамвай. Сейчас его обучают ездить без водителя в депо, и в кабине сидит специалист, который контролирует процесс. А после тестов трамвай будет ездить автономно. Как уверяют разработчики автопилота, он видит все машины, кошек, собак и различает сигналы светофора. Другая новость про автопилот связана с Lada Vesta. Сейчас ее автопилот тестируют, а позже отправят работать в такси. Следить за ней будет диспетчер. Он же и будет ответственен за ДТП. Если в случае с трамваями автопилот вполне логичен, то с автомобилями у нас есть проблема, поскольку для ориентации нужны хорошие дороги и разметка, что даже в Москве есть не везде. Особенно будет тяжело такой машине зимой в наших дворах. Но работа в этом направлении ведется серьезная, и в будущем такая профессия, как водитель, будет постепенно уходить на второй план.